26 февраля на очередном заседании депутаты Буйской городской думы 6-го созыва рассмотрели ряд вопросов, среди которых была информация о реализации программы по газификации города Буя. Ее депутатам представил первый заместитель главы Буйской городской администрации Роман Косарев. Уличная сеть города, подлежащая газификации, составляет 117 километров 380 метров. Работы по обеспечению населения природным газом проводятся в городском округе город Буй в рамках областной программы «Газификация, строительство и реконструкция газораспределительных систем Костромской области». Данная программа ежегодно формируется на основании заявок, направляемых муниципальным образованием Департамент строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области. В соответствии с утвержденной программой газификации Костромской области на 2018 год за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям были выполнены работы по строительству газораспределительных газопроводов по следующим улицам. Переулок Заречный 467 метров, улица Калинина 1220 метров, улица Фрунзе 220 метров, улица Луговая 320 метров, улица Возрождения 850 метров, переулок Цветочный 220 метров, улица Войкова 523 метра, улица Третьего Интернационала 1720 метров, улица Некрасова 520 метров, улица Куйбышева 1400 метров, улица Полевая 500 метров, улица Овражная 1200 и улица 10-я годовщина октября 470. В итоге было проложено газопроводов 9630 метров. Также выполнялись работы по закольцовке распределительных газопроводов по улице Чапаева 350 метров, улица Парижской коммуны 200 метров и улица Республиканская 400 метров, в итоге 950 метров. По постановлению правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года за номером 1314 об утверждении правил подключения технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения были газифицированы улица Коммунистов 500 метров, частично улица Красная 230 метров, улица Набережная 200 метров, улица Тургенева 200 метров, улица Лермонтова 100 метров, переулок Северный частично, а также частный сектор. Индивидуальное жилищное строительство в количестве 160 газовых вводов. В итоге было газифицировано на общая сумма 4 километра. По этому постановлению жители города при намерении газифицировать свой дом могут подать заявку в Буйский участок газоснабжения. Это пояснение Роман Косарев сделал, отвечая на вопросы депутатов. Также народные избранники интересовались газификацией воинских частей, контролем за проводимыми газовщиками работами, сроками действия программы. Напомним, что она действует до 2020 года. Глава администрации городского округа город Буй Игорь Ральников, присутствовавший на заседании Думы, обратился к депутатам с предложением совместно разработать муниципальную программу с целью помочь гражданам провести в дома природный газ. Возможно, что в перспективе такой документ будет разработан и принят. Общая протяженность проложенных в 2018 году газовых сетей составила 12 километров 300 метров. Всего с начала газификации города Буя проложено 113 километров 900 метров уличных газопроводов, что составляет 97% от подлежащих газификации улиц. Также необходимо газифицировать. То есть остались негазифицированные улица Шубина 500 метров, улица Октябрьской революции от дома номер 71 до улицы Гединского, это МКД дома, то есть 450 метров, улица Гоголя 100 метров, улица 1 мая 625 метров, улица Красной Армии от перекрестка Карла Маркса до Коммунистов 200 метров, тоже два дома МКД, улица Красное продолжение 600 метров, улица Молодежная 375 метров, улица поселок Химзавода 225 метров и улица Красный уголок 150 метров. В итоге негазифицированные остались улицы 3,5 километра. В текущем году газификация городского округа город Буй будет продолжена.